Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Улуха. Ну что, у нас начался новый месяц, первый день. И забираем древесину. Так, кстати, помнишь, в том месяце у нас было яйцо за фонари? Так вот, я, ребята, успел все-таки забрать дракона. Я уже, правда, не помню, как он называется. В прошлой серии, которая у нас не получилась, я начал выводить его, и, по-моему, у меня не хватило места, вроде бы, куда-то его поставить. Или я все-таки нашел для него местечко. Вот сейчас не помню, хоть убей. Вот, если честно, не помню. Но он зеленый, да, он зеленый, он как-то необычный. Это вот идет класс необычный у нас. Так, слушай, я не люблю, когда вот так вот у нас идет такое вот крупное приближение. Я хочу, чтобы отдалилось. Я выставлял тогда кнопки, помню, ребят. Ну, о, пускай обучается за два железа, это нормально. За два железа обучаться, это очень круто. Дешево, как говорится, и сердито. Так, с беззубика я опять, как всегда, забыл куда-то отправить. Здесь у нас выпадает, ох ты, прилив сил. Шикарно. Так, ну что, да, проходим сегодня, ребята, события, которые я начал проходить в прошлой серии, которая, соответственно, не записалась. Там у нас остается, получается, один всего лишь поединок. Здесь я возьму вот эти вот четки или бусы. Ух ты, что? А, сезон скоро кончится. Перезайти за 999 рублей. Нет, спасибо, перезаходить никуда не буду. Остался один день, 9 часов. И событие закончится, да, получается? Здесь, ребята, успел я урвать пак. А, по-моему, эта серия у нас была, да? Где мы с вами пак вскрывали. Так, давай этого отправляем. Этого тоже отправляем. Так, по древесине. О, древесинка фул. Ну что ж, тогда мы сделаем... Блин, я ненавижу, ребята, как нам... На кого надо перейти? Давай, наверное, так попробуем сделать. Вот. Сразу же повыше. Хотя бы больше захватываем объем карты. А то такое слишком близкое приближение мне не нравится. Вот, совсем другое дело. По крайней мере, я тут все вижу, все под моим контролем. Так, здесь нам... Ага, надо древесину, получается, тратить. Вот он, ребят, наш инферн. Нашел я для него местечко, как ты видишь. И теперь он у нас будет потихонечку-потихонечку прокачиваться. Что очень даже хорошо. Так, здесь я где-то убирал валуны. Помнишь, мы камни с тобой ставили, и они у нас... давалось время на то, чтобы их убрать. Но я что-то не могу вспомнить, где они именно стояли. Так, этого, кстати, надо тоже пацана отправлять учиться. Пускай летит рогобой. Так, древесиночка сразу освободилась. Так, а ты что у нас стоишь? Ты у нас стоишь просто так, да? Пока я тебе ничего не могу, как говорится, сделать. Ищем тогда. Кто же у нас еще там такой дешевенький и в то же время хорошенький? В принципе, смотри, кошмарный пристиголов. А почему бы нам его и не подкачать? Логично? Логично, ребят. Ах ты, академия, уже забита академия. Чем? Кем? Ты вот объясни мне. Непонятно. Так, 276 миллионов древесины. Ну, есть только клыка криво. Даже не хватит нам. Нам, к сожалению, не хватает. Эти все у нас тут обучены. То есть, получается, обучать нам пока некого. Давай тогда этих ребят спасите драконов и лети. Так, Готти полетел. Так, Кривоклык пускай летит в лес. А Грамгильда у нас... Так, что же ты мне подкинешь-то здесь? Руны. Ну, здесь не очень много рун, на самом деле. Угу. Среднее количество дали. А сколько ты Грамгильда берешь за путешествие? 4. Слушай, ну нормально. Мы даже в плюсике в небольшом, получается, были.
Заберем здесь. Вот так вот. Подожди секундочку. Ага, вот они, два пака. Друзья, созрели. Шторморез, ужасное чудовище, алая плеть. А здесь крылатый ужас, громыль. И все? Крылатый ужас и громыль? Ну давай, начнем. Монетурина, это понятно. Так, душитель, престиголов, древоруб. Ресурсы. Ну тогда еще и рекламные заодно сразу посмотрим. Монетки. А в самом паке выпадает древоруб, громобой, громобой-защитник. Ну что же, прекрасно. Все очень хорошо. Единственное, что мне надо посмотреть. Так. А, подожди, обмен. Да, два янтаря забираем. А новый можно поставить? Можно, одну штучку. Так, секундочку, что я хотел? Я хотел отправить беззубика. Соответственно, на поиски, как всегда. Как всегда, на поиски наших шлемаков, которые мы до сих пор с тобой не можем найти. А нужно их очень много, как ты видишь. Лети. Отправьте беззубика в приключение. Отправил. Заберем здесь ежедневки. Такс, ну что, давай посмотрим. Вроде бы тут все, да? Все при делах, все вроде бы как бы отправлены. Не хочу отправлять тебе, парень, никуда. Места нету. Так можно было бы болельщик сардельки отправить тренироваться. Так, знаешь, что надо посмотреть? У нас есть? Нету. Откаты. Откаты стоят. Ну что ж, тогда поехали. Осквернение святилища. Вот это вот событие нам нужно сегодня допройти. 100 рун, и тут 150 рун будет в общем количестве. Это отлично. Побеждайте в схватках, чтобы открыть новые арены. Арен больше нету, ребята. Все арены, которые здесь были, я прошел. Ну что, волна первая. Две волны, значит, здесь будет. Начнем потихонечку его бомбить. Угу, на тебе. Теперь укусик. И добивка. На второй волне у нас костолом. Так, громель. И злобный змеевик. И причем все это, ребята, здесь стражи. Сейчас нас тут немножко помурыжат. Причем громель, скорее всего, ребята, запустит фаербол. На трех энергиях. Ну, конечно же. Конечно же, он выпускает свой фаербол. Давай, наверное, я сделаю вот так. Плюс отхил. И укус. Будем бомбить, наверное, все-таки громли. Он более опаснее, чем тот же самый костолом. Сейчас опять будет фаербол бомбить. Ух ты, повезло. Он не стал этого делать. И это хорошо. Может быть, конечно, выгоднее было бы дебаф на него повесить. Ну, понижение брони. Так бы мы его быстрее разобрали бы. Угу. Но тогда бы у нас не выжил бы после этого наш шторморез. А так он будет жить. Значит, все мы правильно сделали. Что хилялись. Ну что, поехали в ответочку ему. Раз, два. Сразу же я делаю дебаф, ребят. И укус. Чуть-чуть не хватает, чтобы его добить. Но это вопрос времени. Опять разбег. И в кого на этот раз? Опять в штормореза? Он его уничтожил, прикинь. Ну, мы его тоже добили. Ну что, давай-ка крутанем колесо и заберем с тобой 187 миллионов древесины. Отлично, древесина тоже не будет лишней. А вот, ребята, и мини-боссик у нас. Раз, два, три, четыре. Да, четыре поединка осталось. И это событие будет пройдено. А вот второе событие надо будет глянуть, когда оно будет доступно. Через сколько времени. Ох ты, три волны уже. Блин. Три волны — это плохо. Особенно, когда эти три волны, да еще и по три противника. Блин, как ты мне дорог, а? Как ты мне дорог, парень. Давай, Барсик, убивай его. Ну что ты? Громорок. На тебе.
Будем его, ребят, понижать по защите. Хильнуться бы, вот, конечно, надо бы. А мы сейчас и хильнемся как раз. Вот так вот. Вторая волна. Три пристиголовых. Ё-моё, это же эти фаербольщики, ребята. Они как, они фаерболом делают, и массовая атака у них огнеплюйство. Это очень плохо. Огнеплюйство — это очень плохо, я тебе скажу. Так, это получается две. Мне даже не хватит, ребят, чтобы хильнуться пока. Вот сейчас что-то будет. Этот просто фаербол, наверное, запустят. Так и есть. Ну, поверь, лучше фаерболы пускай выпускают, чем будут делать свою массовую атаку. А вдруг кританет? Нет, не кританул. К сожалению, не кританул. Слушай, вали нафиг отсюда, а? Прицепился банный лист. Ну давай, родной, бомбани его. Есть. Ёк-макарёк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это очень скверная команда, я тебе скажу. Блин, сейчас будет фейербол, а это, наверное, добьет. Слушай, нам повезло, что он не добил. Но все равно, ребят, хорошего здесь мало. Давай так сделаем. Уничтожат, у него пониженная броня, они его, понятное дело, сольют. Тут даже удивляться нечему. Поехали. Если мы сейчас с тобой хотя бы одного ушатаем, как можно быстрее, с одним уж справимся. А вот с двумя, конечно, плохо. Ну вот. Вот такой вот, ребята, мини-босс. Ну что ты там стоишь? Дергаешься. Дергунчик. Раз, два. И пробиваем. Замечательно. Очередное вращаем колесо и получаем рыбу. 262 миллиона. Шикарно. А вот и наши 100 рун. Забираем, конечно же. Руны наши. Так, следующий поединок у нас будет ради загадочного пака. Сколько волн? Три. Ну все понятно, короче, здесь две волны уже нам не ждать. Есть только на боссе. Хотя они могут и сделать на боссе три волны, поверь мне. Им ничего не стоит сделать. Так, ну что, наверное, понижаем броню. У него двойная так или одиночная? По-моему, двойная идет. Нет, одиночная, хорошо. Давай, наверное, не будем тратить пока здесь энергию. Просто вот так вот. Отлично. Кто у нас тут? Скалотряс и, блин, вот этот вот противный. Этот очень противный чувак. Пока не стал я, ребята, хиляться. Потому что все прекрасно понимают, сейчас скалотряс будет кого-то пережевывать. Слушай, это очень странно, что он сюда пошел. Ну, для меня, наоборот, выгодно. Так, хиляемся. И... ну, это ерунда, это мелочи жизни, что он сейчас сделал. Это терпимо. Ну что, последняя волна, третья. Такс, ага. Сородич шепота смерти. Мы его сейчас попробуем. Давай так вот. Блин, подожди, у него три... а, три энергии, этот потратился, отлично. Ну все, тогда. Тогда этот хлопчик наш. Хильнемся. Поехали. Так. И добиваем. Давай-ка что-нибудь путевое мне. Древесину. Древесина уже скоро будет по фулке у нас. 727 миллионов там. Загадочный пак, естественно, летит в копилочку. И у нас, получается, сейчас будет мини-босс. А потом и босс. Ну что же, ладно. Сколько волн на мини-боссе? Три. Да... не будут они нам делать здесь уступки. Абсолютно никаких уступков они нам делать не собираются. Ну вот, что начинает вытворять.
Почему у меня такого нету пристеголового, а? Может шваркнуть или... Да, наверное, придется все-таки шваркнуть. Так, сейчас, по-моему, огнем будет пыхать. Так оно и есть. Делаем укус. Отхил. Обязательно, без отхила, ребята, иначе мы штормореза потеряем. Иначе мы штормореза потеряем. Блин. Я просто не знаю, сейчас на второй волне кто будет у нас здесь. А, ну ладно, нормально. Я думал, будет хуже. Давай тогда еще раз хильнемся. И начнем потихонечку. У нас, правда, один сильный боец против них, это Кривоклык. И они, смотри, опять за свое, а? И ты, что ли? Нет. Этот начал бить Барсика. Давай снизим броню. Вот так вот. Замечательно. Сейчас фаербол полетит, да? Или он на четырех энергиях делает? Я вот не помню. И делает ли он вообще фаербол? По-моему, делает. Сейчас посмотрим. Ну, слушай, пока ничего не делает. Может быть, это даже и хорошо. Ну что ж, переходим на последнюю, третью волну. И здесь у нас громобой и плюс душитель. Я, наверное, с душителя начну, потому что, друзья, он хитрец. Нам его проще будет разобрать. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что ж ты так, Кривоклык? Три энергии, сейчас будет что-то... Гипноз. Ладно, добью. Просто сделал укусик. А мы вот так вот сделаем. Все, ребят, громобой для нас уже не опасен. Он для нас уже не опасен. Он как ручной наш песик. Он наш ручной песик. У него еще на один раунд слепота. И потом мы уже его разносим в пух и прах. На тебе. Крутим колесо очередное и забираем древесину. Ну все, древесина уже действительно по фулке у нас. Что-то даже уже полетело на почту. Содержит элитных. Пак 7 арены. Давай посмотрим. Так, штормарит. Ребят, совсем немножко не хватает. Буквально 12 карточек и все. И штормарит у нас прокачивается на следующий уровень. Опа. Клыка Крив. Давно его не было, ребята. Еще две карточки на него, и он тоже прокачается до 10 уровня. Ну что, у нас последний заключительный поединок с боссом. Дайте, пожалуйста, две волны. Ну зачем три-то? Так, музыка еще. Ага, две волны, смотри. Но зато сразу начинается с мини-боссов. Этого в первую очередь будем наказывать. В первую очередь его. Так, что-то там. Ага. Вот так вот, и значит, раз, два. Слушай, он оборзел. Он два раза, ребята, ходит. А стоит ли? Нет, наверное, не стоит. Я не хочу, ребят, пока тратиться на хил. Сам понимаешь, почему. Потому что у меня энергии нету. Опа. А теперь смотри. Мы можем сейчас сделать следующим образом. Кусануть. Повесить на него слепоту. Соответственно, уничтожить его где-то до половины хп. И после уже просто добить. Как раз еще накопив на это на отхил. Да, наверное, так и поступим. Сейчас мы его здесь будем очень хорошо бить. И вот уже, ребята, со следующей волны. Вот сейчас он сделает ход. Все, ребята, теперь начинаем уже действовать серьезно. Укус. Так, и хиляемся. Так, что у нас? Ёк-макарёк. Ё-моё, помнишь его? Да-да, ребят, это очень злобный дракон. Поэтому нужно аккуратненько и не давать ему по возможности накопить энергию. Потому что на трех или на двух он, по-моему, делает адское пламя, которое шпарит, будь здоров. Трать энергию. Молодец. Лучше так пускай. Теперь, наверное, залечим раны. Залечим раны. Так, кусаем. Я не помню, две ему нужно? Да, ему нужно три энергии, ребят.
3 энергии, поэтому этого лучше не делать. Блин, а тут видишь у нас... Ай-яй-яй. У нас пониженная броня. А, все, она слетела. А раз она слетела, значит, мы его сейчас добьем. Опа. Так, здесь я пропускаю ход. Просто укусим. И слепоту обязательно. Ух, все, ребят, теперь он наш. Теперь мы можем... Видишь, что было? Вот так вот. А если бы мы не поставили слепоту, нас бы здесь прижарили бы хорошо. Так что... Пока, ребят, не тратимся ни на что. Обязательно вешаем, опять же, очередную слепоту. И уже после этого начинаем его кромсать. Все, поехали. Раз, два, сразу понижение брони. Опа, и добивка, наверное. Все, событие пройдено. Последнее колесо крутанем. Заберем опять древесину. Прям в избытке у нас. Ух. И забираем свои честно заработанные 150 рун. Давай, давай, давай мне эти руны. Прекрасно. Так, здесь древесина. Загадочный пак. Ну что тут у нас? Крылатый ужас, древоруб, барс и вепрь. Кстати, давненько барсик нам не выпадал. Раньше он как-то часто вылетал, а сейчас вот нет. Слушай, ну если у нас только древесины, значит, есть смысл кого-нибудь отправить на поиски. Правильно, да? Правильно. Пускай летит. Подожди, какой абонемент? Здесь заберем и отправим нашего еще ветрокрыла. Так, ветрокрыл здесь у нас, по-моему, сидит. Так, ветрокрыл, вернись. Для тебя есть задание поинтереснее, чем собирать какие-то ресурсы. Ну что, я тогда предлагаю еще, наверное, все-таки забить, ребята, 3 пака. Потому что нам ставить с собой нечего. 3 поединка выиграем, и все будет окей. Здесь, парящий прихвостень. Не самый лучший вариант. Этого я не беру в расчет. Это ватник. А вот этот вот. Это, конечно, жуткий чувачок. Фига он мышканул. На тебе. Барсик его добьет. Ну и сам погибнет, скорее всего. Сейчас кто-то из них бомбанет. Этот... Ханорик несчастный. Так, опять раз... Ага, я думал, что он будет разбег делать. Но нет, видишь, он на нас повесил дебаф. Ну что, парень, вот и настал твой черед погибать. Что он будет делать? Защиту или хиляться? А он ничего, он пошел просто в атаку. Он просто пошел нас атаковать. Есть, скрыто уничтожение. Так, у нас очередной поединок, и здесь... Ага, начнем, наверное, со злобного змеевика, потому что он у нас хитрец. Да, мы его в первую очередь сейчас уничтожим, ну а дальше уже, скорее всего, вот с нее начнем. Так, пробиваем. В плане... Ты серьезно? Ты даже не смог добить его? Ну ты гаденыш, а? Ну ты гаденыш, не получилось у него. Так, этот хотя бы промахнулся один удар. А этот с усиленной атакой... Давай-ка нафиг разбираться с ним. С усиленной атакой, ты прикинь? Пробафался. Так, барсик, успокойся. Так, он промахивается, отлично. Ну а ты? До свидания. Ну вот, ребята, и барсик. Кстати, музыка куда-то исчезла. И музыка, и звуки ударов. Ну, я уже с этим привык, ребят. Лучше пускай так, чем когда не запускается игра. Ну что, друзья, последний, надеюсь, поединок. Здесь, я смотрю, у нас Хоферсон. Дымодышащий и пристиголовый. С кого тут начать? Ну, в принципе, можно и с этого, и с этого. Они оба синие. Так что, почему, ребята, я обращаю внимание на то, что они у нас хитрые? Точнее, шустрые. Потому что у нас вот как раз в противовес есть хитрецы. Они имеют, как сказать, повышенную атаку против них.
Поэтому вот я заинтересован именно в уничтожении их, в первую очередь. А уже потом все остальное. Ну, конечно, нельзя давать этому 4 энергии, потому что иначе он сделает массовую атаку, замешательство. И мои драконы начнут заниматься ерундой. А по-моему, мы сейчас попадем, да, как раз под эту штуку, ребят. Как раз под замешательство. Сейчас будет клепать. Слушай, нет, он не стал. Это большая его ошибка была, кстати. Ну вот и все. Прошли. Так, ну как ты видишь, нам достались три обычных пака. Начинаем открывать. И, конечно же, пак вождя. Ужасное чудовище, кревет, громобой, экзотический шепот смерти, громобой защитник, ищейка. Вот так вот. Давай посмотрим, когда событие-то вот это откроется у нас. Через 21 час 59 минут. Это я тебе сейчас скажу по времени. Это, ребята, будет у нас завтра в 7 часов вечера. Даже раньше, в 6. Да, в 6 часов вечера будет доступно уже это событие. Муштра наездников. Кстати, давненько мы не играли в нее, в эту муштру. Так что, конечно же, всех приглашаю, ребята, завтра посмотреть эту серию. Ну что, вроде бы все, что можно было, я сделал, всех отправил, я доволен. Единственное, что... Точно, ребята, я же... вот здесь были камни, вот я их убрал. Точно, и сейчас я попробую сюда поставить нашего дракона, который у меня появился. Так, драконы, драконы, это где там? Выставлять драконы. Так, путешествие, наездник, нет. Кстати, подожди, а вот это вот задание у нас тут есть одно новое. Поручить ужасному чудовищу добыть 100 тысяч единиц древесины. Вот ему, что ли? Пускай летит, добывает. Кстати, вернись, парень. Вот так вот. А теперь лети. Что опять начинается, а?